И хотя история дрэг-рейсинга, вида автомобильных состязаний, берет свое начало аж в 30-х годах минувшего столетия, в нашей стране этот спорт начал официально развиваться лишь в 2000-х. Теперь же чемпионат России по дрэг-рейсингу, который проходит при поддержке программы SMP Racing, с каждым годом привлекает все больше и больше зрителей. Второй этап SMP RDRC проходил без зрителей. Однако в Паддоке был настоящий ажиотаж. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, поддержать пилотов приехали десятки поклонников дрэг-рейсинга. Ограничения коснулись не только публики, но и механиков. В таких условиях говорить о расширении чемпионата не приходится. Это сильно отражается на самом мероприятии, поэтому задача в этом году у чемпионата СМП РДРС – это просто удержать планку, чтобы мы не понизили качество участников, времена, покрытие. Во втором этапе приняли участие 37 пилотов. Любопытная борьба развернулась в самом быстром классе – 6,8 секунды. Евгений Трухин, установивший личный рекорд в 6,899 секунды, не смог по техническим причинам стартовать в финале. А Андрей Кравченко и вовсе пропустил второй день состязаний, разбив свой промот накануне. Сегодня осталось три сильнейших машин, три сильнейших проекта. Один из них Трухин, который сегодня поехал 6,8. И к чему сводился последний баттл, это у кого будет лучшее время реакции. Вот. Ну и так выяснилось, что он не завелся, а... Вы, если наблюдали, у меня произошла нестандартная ситуация. Машина тронулась со второй передачи, ушла сразу в букс. Я еле-еле доковылял до финиша. Дмитрий Саморуков не только стал победителем в своем классе, но и показал хорошие личные результаты. С первой же попытки он преодолел четверть мили за 6,8 секунды. Серебро в самом быстром классе досталось Евгению Трухину, а бронза – Кириллу Стулову. Удачное выступление заключается не только в мощной технике, но и в поддержке команды и немножко в везении. Вот так и получилось, что один соперник в этом классе совершил фальстарт, еще один соперник, к сожалению, по техническим причинам не вышел в борьбе за третье место, и получается, что я занял третье место в этом самом мощном классе. Это, конечно, очень интересно, увлекательно. Впервые на RDRC организаторы чемпионата совместно с комитетом «Женщины в автоспорте РАФ» провели отдельное награждение в женском зачете. Приз достался Марии Юмаевой, выступавшей на Audi RS6.